конце прошлого года Денис Матросов объявил о разрыве с женой Ольгой Головиной. За 7 лет совместной жизни отношения пары испортились настолько, что ничего исправить уже нельзя было. Актер не скрывает, что их союз распался по его вине. Он считает, что семейная жизнь с артистом – это непростая судьба. Работа в кино с полной отдачей калечит психику и отражается на эмоциональном состоянии обоих супругов. Уже понятно, что расстаться мирно супруги не смогут. При подаче заявления на развод Головина потребовала определить порядок встреч бывшего мужа с их общим сыном Федором. Тут есть определенная сложность. Матросов хочет продолжить участие в воспитании наследника, но мать увезла ребенка в другой город. Актер говорит, что будет биться за право встреч с сыном. Ходят слухи, что экс-супруга мстит Матросову за измену. Якобы актер завел служебный роман с коллегой, и это переполнило чашу терпения его второй половины. Однако Денис прямо говорит, что в данный момент абсолютно свободен. Он мечтает о новых отношениях, которые помогли бы ему забыть случившуюся неудачу в личной жизни. 50-летний актер все еще надеется, что однажды сможет построить крепкую семью. «На сегодняшний момент я свободный мужчина, влюбиться хочется. Хочется красоты, любви, добра», — сказал Матросов в интервью Пятому каналу. Напомним, что Матросов смог сохранить теплые отношения только с одной из своих бывших жен, Марией Куликовой. Некоторое время назад она купила дом в том же поселке, где живет актер. На этот шаг актриса пошла ради того, чтобы их 11-летний сын Иван больше времени проводил с отцом.